Дэнни Девито получил звезду на Голливудском бульваре за свои безусловные заслуги перед и за камерой. В данный момент Девито блистает в комедийном телесериале «В Филадельфии всегда солнечно». Его первой главной ролью стала работа над образом диспетчера Луи де Пальма в ситкоме «Такси». Другие известные его работы в фильмах «Бэтмен возвращается», «Роман с камнем», «Близнецы и Джуниор» со Шварценеггером, «Язык нежности», «Безжалостные люди» и, конечно же, «Полет над гнездом кукушки». На церемонии Девито скептично пошутил, что вряд ли он достоин этой звезды. Знаете, когда мне сказали, что собираются это для меня сделать, я ответил, что итальянцы не любят, когда их зарывают в цемент. Это больше похоже на какую-то ловушку, чем на признание. Тем не менее, они хотят это сделать прямо перед Громанс, отчего мне еще более неловко. Девито состоялся и как актер, и как режиссер, и как продюсер. На церемонии его сопровождала жена, актриса Рия Перлман.